Здравствуйте, дорогие мои! Вы на канале Давай Наливай. И сегодня мы будем пробовать французские бренди. Это, конечно, не коньяки. Это вам не Курвазье и даже не Максим Криколь. Но все же это Франция. И в наступившем новом 2022 году хочу пожелать вам здоровья, счастья, удачи. Сегодня был прекрасный повод выпить эти замечательные напитки, старый Новый год, и по давней нашей постсоветской традиции мы это дело сделаем. Ну и давайте же приступим, сразу не будем тянуть кота за куки, будем пробовать эти замечательные напитки. Сейчас мы их нальем, откроем. Значит, первый напиток у нас император называется. Франция. Что он собой представляет? Представляет он знаменитый дом Grand Chez France. Мы до этого пробовали из этой серии бренди. Бренди были у нас Jean-Paul Chanet. Ну, очень прекрасный, демократическая цена, прекрасный напиток. Что это? Как получилось, красивый звук пробочки. О, запах с бутылки замечательный, янтарного цвета. Сейчас мы его нальем. Сразу расскажу о бутылочке этой. Бутылочка 0,7, 38 градусов. Янтарного цвета. Сзади ничего не написано, сколько ему лет. Предположительно 2-3 года. Это дело мы сейчас закрываем и приступим. Тут у нас уже есть друг. Мой оператор не удержался, вскрыл бутылочку Сан-Реми Высоп. Тоже 0,7, 40 градусов. Здесь попроще, тут она откручивается. Ну, запах совершенно другой. Давайте нальем и будем сейчас нюхать и пробовать, что оно такое, как его звать. Ставим кадр наши замечательные бутылочки и начинаем пробовать. Смотрим по цвету. Цвет приблизительно одинаковый. Янтарного цвета император больше. Запах очень даже такой мягкий. Ну, 38-40 градусов, конечно, разница есть. Здесь больше спиртуозность. Ну, не будем тянуть, это не такие дорогие алкогольные напитки, чтобы ждать подышать. У нас сегодня краткий обзор. Пробуем. Очень мягкий бренди. Хорошо пьется. Ложится прекрасно. Даже не просит закуски. Подождем после вкуса. Сейчас немножко уляжется. Присутствует сухофрукты, вкус сухофруктов. Давайте пробовать Сан-Реми. Ну, спиртуозность тут поболее. Он более жесткий, намного жестче. Ну, ребята, 38-40 градусов дают о себе знать. Спиртов, очень много спиртов. После вкуса я не слышу. Запах дубовой бочки, конечно, присутствует. Сейчас мы немножко закусим. И продолжим. Я забыл такой момент. Ценовая политика. Это эконом-вариант. Ну, приблизительно бутылочки стоят 8 евро. Плюс-минус. Эту бутылочку мы покупали в сети Ашан, а эта бутылочка, скорее всего, в нашем любимом АТБ была куплена. Ребята, каждый напиток имеет своего любителя. Могу рекомендовать оба. Сейчас мы повторим. Ну, хочу заметить, император намного мягче. Ваше здоровье и со старым Новым годом. Прекрасно, ребята, прекрасно, великолепный вкус, мягкий. 38 градусов не так уж и мало, поверьте. За такие деньги
можно смело покупать, пить, накатывать и напиваться. Чего и вам желаем. Ну а на этом все. Сейчас мы еще раз попробуем Сан-Реми. Да, ребят, он, конечно, немножко пожестче. Ну, из этих бутылок я рекомендовал вам все-таки Император. Он ложится очень мягко, хорошо и прекрасно. Более любителей крепких напитков, ну, покупайте Сан-Реми. Тоже неплохой бренди французского производства. Ну, на этом, наверное, все. Не будем затягивать нашу передачу. Сейчас сядем за стол и разопьем эти напитки, и уже тогда полностью раскроется послевкусие. На этом все. До новых творческих встреч. Увидимся на следующей дегустации. Всем пока!